Всем привет! Сегодня у нас домашний цезарь с курицей, бутерброды со шпротами и солеными огурчиками. Тут у нас перепелиные яйца, курица, салат айсберг, помидоры черри, соус для цезаря. И я еще сделала майонез с чесночком, плюсом сама. Очень аппетитно выглядит. Сухарики как по мне. И ароматно пахнет, кстати. Решили снять сегодня что-нибудь домашнее. Цезарь давно не готовили. Ну и выходной сегодня. Блин, не знаю, бутерброд съесть или салатик. Кстати, я еще соус приготовила, если мало будет. Но там надо перемешать чуть-чуть. Всем приятного аппетита. Пьем яблочный сок. Сегодня также поотвечаем на вопросики. Да, на вопросики. Хлеб подсушила в тостере. Мне кажется, все в детстве ели эти бутерброды. У нас у бабушек мама всегда за столе поели эти бутерброды. Я обожаю просто их. Одно время, когда мы переставали их готовить, с красной рыбы как начинали. Вроде такой простой бутерброд, но такой вкусный. О, вкусный. Майонез с чесноком здесь. Кстати, вкусный соус получился. Просто я отдельно цезарь попробовала, и он был немножко кисловат, чесночка там не было. А я люблю с этим чесночком. Люблю такой вкусный цезарь. Ну, с креветками, конечно, тоже вкусно. Да как по мне с курицей. Курица у меня вкусно. Вареная. Раньше я жарила кусочками. Мне с вареной сейчас больше нравится, мне кажется, нежнее. Всем приятного аппетита. Вкуснятина. Вообще вкусно. Снежана молодец. Так, наскринил я несколько комментариев здесь. Вот Армен Вартовский написал: приятного аппетита. Будет ли АСМР видео? Вопрос уже заезженный, но хочется все-таки услышать ответа. Армен, привет тебе большое, спасибо за вопрос. АСМР видео мы снимали, нет? Нет, ни разу. Нет. Мы как-то об этом. Для АСМР нужен микрофон, который не у нас. Мне кажется, ну, точно. Получше, да, надо в любом случае. Я сама люблю смотреть АСМР. Ну, сейчас очень много вообще АСМРов. Но АСМР, как по мне, снимать сложнее. Да, ну еще видишь вопрос АСМР именно с едой или... Ну, или голос. Да, какие-то там, как правильно сказать, игры, это не игры. Да, игры. Какие-то процедуры, игры, да, там делают. Я одно время вообще любил массаж смотреть. Костя массаж, да, индийский, да? Да, там индусы какие-то делали, на голову именно массаж. А мне что-то не зашло, я пробовала два раза. Прикреплять сюда вот микрофоны, они как-то. Ну, такой достаточно сильно активный массаж. Мне прям самому мурашки от этого. Как будто мне делают. Я тоже люблю смотреть АСМР, но я больше АСМР с игрой люблю смотреть. Ну и с виду тоже. Мы советовали канал АСМР Сергей, вот мне его АСМР нравится. У него высокий уровень съемки. Да, с едой именно, вот у него классный. У него вообще классный, он на подготовку все снимает. Очень много труда вложено, да? Угу. Тут, получается, уже надо будет не один вечер, мне кажется, для этого, а целый день посвятить АСМРу. Угу. Если снимать прям подготовку еды со звуками, со всем, это, понимаете, дома должна быть полная тишина. Тут уже Лёва на фоне не прокатит. А тут сыр очень много посыпала. Сейчас он играется в соседней комнате. Не один, правда. Один вообще не будет играться у нас. Да, когда это будет? Наверное, не скоро. Обожаю эти бутерброды. Так, Костя, Снежана, привет, приятного аппетита. У меня насущный вопрос. Скоро рожать, после родов вам кто-нибудь помогал? Бабушки, дедушки и близкие родственники. А вам кто это задает? Привет, что передать. А, привет.
Мэри Мэри. Мэри Мэри, привет тебе. Комментарий. Сложно ли рожать, спросили? Нет, помогали ли нам. И сложно ли рожать там было? Ну, наверное, да. Рожала я сама. Вопрос к Снежане уже. Рожала сама. Мы сегодня с девочкой обсуждали то, что роды у нас были с маленькой периодичностью. Что же все забылось? Мне кажется, все девушки рожают. Ну, у кого быстрее, у кого дольше все происходит. Но я была за естественные роды, хотела только сама рожать. Я уже говорила, что я боюсь наркоза. В общем, роды — это не так страшно с тем счастьем, как потом вам ребенка покажет и положит. Так скажу. Мне кажется, первый раз вообще никому не страшно, потому что не знаю, что ждет. Но лично мне было не страшно. Да, в плане того, помогали ли нам. Ну да, помогали. Но не на постоянной, да, основе, наверное, как сказать. У нас никто не жил. Вот да, у нас сказать. Никто не жил, да, то есть мы вдвоем. Так в гости приходили родители. Костя отпуск брал. Да, я брал отпуск на недельку. То есть как-то мы, наверное, своими силами больше все-таки. Я бы без Кости не справилась, он очень помогал. И по ночам встала к Лёве. Если будет кесарево, тоже по-любому помощи нужна будет. Тяжелое поднимать нельзя. Ребенок все равно вес имеет. Хотя, слушай, ноги поднимают. Ну, скажу так, вдвоем справиться, в принципе, можно. Вдвоем, да, можно. Ну, если вас муж не боится. Некоторые же мужчины не принципиально не помогают. Ну, типа, ты родила, там... Я вот смотрела пару одной на ютубе. Не надо говорить буду. Муж прям говорил. Ты нужна ребенку, папа не нужен. Ты должна все делать сама. Я считаю, это неправильно. Она говорит, я не согласна с тобой, я тоже устаю. Потому что с ребенком, вот честно. Даже сегодня Снежана сходила поработать. Я сегодня работала. Сколько? 2 часа, наверное, с небольшим. Да, с чем-то, да. Развлекал сам Левушку. Но если 24/7 будете одна, конечно, это сложно. Хочется в магазин сходить одной, да? Ну или тоже с ребенком. Мы с Лёвой сегодня ездили по всем делам. Прогуляться, развеяться маленько. Он бодрствует, смотрит на все, ему тоже интересно. Первый месяц, наверное, да? Самый первый месяц самый сложный, а потом все нормально. Даже не сложно в том плане, что именно с ребенком сложно, а, наверное, сложно перестроиться. Что ваша жизнь совсем другая. Да, именно свой ритм перестроить. Ребенком вроде так не сложно, он спит, да, в основном? Угу. Но первый месяц он ест и спит. Да, но в это же время все равно не получается ничего сделать почему-то. Мы ничего не делали. Мы вдвоем с ребенком, и у нас дома ничего не происходило. Видео снимать не получалось, ничего не получалось. Мы снимали, но да. Вот так. Так редко, да. То есть вроде ребенок спит, да, а все равно. Про, знаете, эти картинки, я даже той же самой Самойловой. В Инстаграм такая вся типа жизнь, что несложно, хотя у них 4, что ли, детей. Там по-любому есть няня. Я вот уверена, что не одна это она все делает. Там есть няня. Да, если у кого есть дети, они понимают, что ну, такой образ жизни вести, как бы, да, и заниматься детьми. Инстаграм вести и работу? Да, ну не получится просто физически. В основном всех девушек популярных в Инстаграме, в Ютубе, смотрю, у всех есть няня, они это не скрывают. У кого-то даже на каждого ребенка своя няня. Я ничего плохого в нянях не вижу. Это плюс дает родителям работать, да, если отдыхать. Они зарабатывают этим деньги. Я не отношусь к тем людям, которые, нет, как так, няня, там, нельзя. Если есть возможность, почему бы нет? Можно же оставлять не на полный день, можно 2 часа, там, 3 часа, часик. Плюс ребенок будет потом идти к другим людям на руки, а не только около мамы. Как мне кажется, это тоже тяжело, что ребенок потом не идет никому на руки. Даже я ухожу на работу, вечером прихожу, все равно Левушка больше к маме тянется, к Снежане. Непривычно. Но он любит новые лица. Мы вчера в гостях у Лианы были. Там Артем с Лианой его развлекали. Ему же интересно уже познавать мир. Я даже читала статью, что надо наоборот с ребенком появляться
в местах, где новые лица, изменения, чтобы он развивался. Так, вопрос. Герасим. Костя, тебе вопрос. Если бы Снежан сказал, что она опять беременна, как бы ты отреагировал? На днях как-то разговаривали об этом. Да. Кого дети погодят? Я даже мне сон приснился об этом. Ну ладно, ответ ты сначала, потом сон расскажу. Блин, знаете, ну, наверное, был бы все-таки все равно рад. Но. Как бы потом жизнь наша сложилась? Тяжело все, мне кажется, бы было. Но было бы непросто, это точно. Ну, смотри, какая беременность. Если беременность опять легкая, то легче. Вот к этой теме. Не просто говорить, да? Ну, со вторым ребенком, мне кажется, немного проще уже, потому что знаешь, к чему быть готовым. Ну и дети, мне кажется, все разные. Сегодня Костя включал Алису. И утром сказали, что у Тарасова родился четвертый ребенок, мальчик. Первый у него от первой жены девочка, от второй жены, от третьей жены Стенка, вторая же Бузова. Две девочки и мальчик. Она там в течение 3-4 лет всех их родила. Прикиньте, 3-4 года, трое детей. Мне кажется, сейчас все время беременна. Организм не восстановился еще полностью. Плюс с детьми надо смотреть. Они молодцы. Молодые родители. Несколько лет так вот немножко постараться с детьми так не спать, да, с такими маленькими. У них няни, наверное, все равно есть. Его как-то спросили в Инстаграме, кто у вас готовит, повар или нет, и он отметил жену, что она готовит. Ну, могут просто не говорить, ну, блин, ну, может, и сами, конечно, но это тогда большой очень труд. С тремя детьми. Мне сон приснился, как будто... А я рассказывала на это или нет? Не знаю. Как будто мы поехали на УЗИ, и как будто я опять беременна. И я выхожу в машину, я вроде это уже рассказывала, и снимаю телефоном, чтобы Костину реакцию записать. Проснулась и не помню, что он сказал. Не досмотрела, да? Ты? Пишите, у кого погодки. Как ваш муж воспринял эту ситуацию, и вы? Ну, тут, наверное, обоим, да, так все равно. Наверное, не хочется так. Ну, как кто-то, может, и специально это так рожает. Ну, я за большую разницу все-таки. Но я, наверное, если будет разница 5 лет, я, наверное, не захочу потом опять идти. Не знаю, я даже не могу ответить. Я была рада, 100%. Не было бы такого, ой, что же делать. Точно было только рожать. Прикинь, двойня. Ну ладно. Поняли, как с одним поймем, как с двумя. Да. Тут уже точно нужна нянька. На Ютубе видела ролик, Костя потом рассказывала. Девушке 19 лет, четверо детей. Одного родила, сразу второго на следующий год. А так в течение 4 лет. 20 лет вроде ей. Вот там ей помогают. Детям помогают, продукты покупают. Там столько было комментариев под этим видео. Подарите презервативы. Что им? Но я не согласна, что... Ну, сейчас там собирают деньги на них. Я не знаю, этот ролик до сих пор есть в Ютубе, нет? Детям сложно. У них у обоих там нет регистрации. Ну, тоже как-то подходить к такому вопросу. Надо серьезно к детям. Да, надо с головой все-таки. А тут нет денег. Большая ответственность. И рожают каждый год. Это большая ответственность, да? Большая, да. Плюс сколько времени надо на ребенка. Так, Екатерина написала: ребят, как только вижу ваше видео, сразу поднимается настроение. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Как считаете, важно ли высшее образование в наше время? И посоветуйте что-то советы по раскрепощению. Какие-то. Что это за советы? Наверное, слишком скромно, стеснительно. В каком плане? В компании можно. В универе, в школе. Ну, в незнакомой компании я тоже достаточно стеснительный. По крайней мере, раньше был даже, наверное, очень. Я очень трудно схожусь с новыми людьми. Как будто что-то ты еще сказать хотел. Я? Да. Ты говорил. Задумалась, даже то, что с работой связано. Когда мы переезжали в новый город, также найти новую клиентскую базу для меня сложно.
Ну, тоже такой стресс, знаете. Когда привыкла к своим клиентам, и тут надо полностью клиентскую базу менять на знакомых людей. Перебарывать себя только так. Да, наверное, это нормально. Многие люди, кстати, такие достаточно скромные. Особенно в юном возрасте. Даже взять какие-нибудь там дискотеки туда-сюда, парни, мне кажется, никогда так особо не танцуют, например, там. Ну, вот есть, как это, боязнь сцены. Или то, что вот смотрят, когда на вас там. Гиперактивность, наверное, тоже плохо. Да, есть же такие люди, которым... Видите, как затычка. Прям без разницы, да, они везде, там, да, и всюду. Но это тоже, наверное, есть какое-то свое стеснение, и они этим перебарывают себя. А там высшее образование было. Было. Вопрос. Ну, конечно, если вы хотите там быть врачом, такую серьезную профессию, хотя я сейчас слушаю, всегда все платят, за экзамены платят, страшно, аж, знаете, становится. Такие у нас будут врачи, специалисты. Да, если вы, ваша работа связана именно со знаниями, то, конечно, их надо получить. Классно еще, чтобы в школе уже человек понимал и знал, чего хочет и кем хочет быть. У меня понимания было ноль. У меня тоже, кстати. Я даже после колледжа не знала, кем я хочу быть. Сытный салатик. Я всегда хотела работать только на себя. Вкусно, да? Вообще. Соус вкусный получился. Мне кажется, высшее образование лишним не будет. Когда-то это пригодится. Да, ну тоже есть тут разница до 25 лет, например, да, учиться. Вы можете, если вы хотите на вышку поступить заочной работой, да, тут... Я плачу все сами, да? Да, все сами, все делать или сидеть на шее все-таки у родителей. Ну, медучилище там по 6-8 лет учатся, прикинь. Ну, там, да, никуда не денешься, там так и будешь учиться. Я объелась. Дашь телефон мне? Угу. Там Костя вроде... на вопросах, я так налетела на еду. Там вроде один остался комментарий, но там даже он, по-моему, не вопросом. Не в ту сторону. Вот это вот. Там какой-то большой такой комментарий. Помидорка убежала. Это был про комментарий, то, что готовка, вот это все. Я говорила, что плохого в том, что, например, мы готовим то, что мама заготовки Ник, делает. Прочитай. Вкусные рецепты пишет. Честно сказать, с рождением ребенка всегда хочется уделить много времени ребенку, так как время летит. Плюс на женщине еще и быт, еще и усталость бывает до года. Хочется спать с ребенком в обед, так как приходится просыпаться ночами. Если есть помощь от родителей, возможность покупать, почему бы нет? Это же наоборот хорошо, когда родные помогают. Она же никого не заставляет, у всех свои желания. Когда я у мамы, маме всегда хочет сделать для меня что-то приятное. И обижается, когда отказываюсь. Так. Сами тоже будем бабушками, мамами тоже будем так помогать. 21 лет. Полностью согласна. Спасибо за комментарий. То, что время летит, это... Да, у нас скоро уже, через 3 недели, 5 месяцев. Не заметим, как будет год. Сначала полгода, да, на Новый год там. Рядышком, можно сказать, с Новым годом будет уже полгодика. А потом время понесется. Еще да уже быстрее. Несется. Еще быстрее. Неделя, да. Вот только Костя на работу, да, в понедельник уходит. И он мне говорит, в пятницу. Я говорю, как пятница-то уже? Ой, как я наелся. Да. Ну, сколько по времени готовила? Больше часа точно. Мне кажется, меньше. Сам салат тоже давно был готов. А, да. Ты бутерброды делал, потом мы пока к видео готовились. Если у вас курица уже отварена или, например, пожарена кусочками, то вообще быстро. А, там делов остается. Минут на 20, наверное. Что, бутербродики не ешь? Я не хочу, если хочешь, ешь. Я наелся уже, честное слово. Я вот лучше салатик. Я люблю так вот эту капусту с соусом. Думали, какую взять, все-таки взяли айсберг, и я хотела взять пекинскую. Не, даже Биг Тейсти люблю из-за этой капусты. Мне тоже с айсбергом больше нравится.
сказал, что наелся и продолжаю есть. Мы дневные сны, кстати, никогда не спим с Левой. Да, нет такой привычки. Дело находится. Ну, мы ночью высыпаемся. Лёва молодец, хорошо спит. Ну да, мы то, что по очереди встаем, уже привыкли. И Снежана высыпается, и я высыпаюсь. Просто смотрю, некоторые там 3 часа, 6 часов ночи спят, мы больше спим. Ну или мы привыкли уже. Будем надеяться, что он и дальше так будет спать. Угу. Сегодня я проснулся сколько? Где-то полшестого. Я? Да, ты кормила. Нет, а я-то во сколько проснулась? Ты говоришь, просыпайся? А, 8 уже, 9 час был. Это, получается, в 5.30 мы его примерно покормили. Ну, в 5 там или 5.20, не помню уже. И до 8 еще спали потом. Ну, кормежка это занимает минут 10, наверное. Всегда бы спал он до 8. Но я вот до 8 с ним все равно не сплю. В обычные дни мы с Костей встаем, завтрак готовим, Костю на работу провожаем. Лёва с нами на кухне. Да, где-то 6:30, все равно уже встаем. Наверное, будем заканчивать, Снежана, я так наелся. Было очень вкусно. Спасибо, то, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте написать комментарий, поставить лайки под видео. Нам будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч.